вы будете петь песню из Куябалян «Танцы бойцовых рыбок». Ну, слава богу, танцы. Если там присутствует слово «танцы», это уже хорошо. Танцы бойцовых рыбок, танцы без оправданий. Но в этом танце кто-то может не выжить. Ох ты, что эти мурашки побежали. Вот, понимаешь? На самом деле песню знаю. Не все слова, естественно. Там можно делить ее по две строчки, по одной строчке. Сколько Саша отдашь? А сколько ему понравится, столько пускай забирает. Еще давай рано. Мы знаешь, что сделаем? Давай мы сейчас вдвоем попоем все вдвоем, чтобы ты вспомнил вот эту вот артикуляцию. Я думаю, что мы найдем общий язык. Этот танец не простит и нам ошибки. Но несомненно, он по-своему стоящий. Танговый формат мне интересен, хоть я и не бальник. А песня сама по себе такая очень мощная. Такой Прокофьев на эстраде. Постепенно превращаясь в чудовищ. Мы с Сашей попытались немножечко под другим углом посмотреть на проблему взаимоотношений между мужчиной и женщиной. И в каком-то все смысле... сжалось в формате маленькой кухни или маленькой квартиры, при этом рассматриваются глобальные вопросы человеческих взаимоотношений. Вот так именно я завернул. Мужчина и женщина, Венера, Марс и так далее.